сиз менен жеке жолугушуу мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып, суроолорду, сунуштарды берип алайын дегем. Азыркы учурда биздин врачтар, медиктер, волонтерлор жардам сурагандан коркушат, анткени алардын жетекчилери аларга сөгүш жарыялап, жумуштан чыгарып ийгенге чейин барып атышат. Ошондуктан сизден суранат элем, өзүңүз жеке кепилдик алсаңыз, сиз соцсеттер аркылуу, соц тармактар аркылуу, Facebook, Instagram, Facebook болтпаш керек. Өзүңүз прямой эфирге чыгып, эл менен дагы түздөн-түз баарлашсаңыз, менин оюмча көптөгөн жакшы маалыматтарды, сунуштарды угат элеңиз. Муну Михаил Саакашвили, Никола Пашинян Армения президенттери, премьерлери почти күндө кылышат, анан эл менен тыгыз байланышта да. Анткени көпчүлүк элдин ошо көйгөйү сизге суроо бере албай, сизге сунуш айта албай, сизге ошо жете алышпайт да. Бирок азыр технологиялар буга уруксат беришет. Урматтуу Сооронбай Шарипович, урматтуу өкмөттүн аппаратынын мүчөлөрү, урматтуу ыктыярчылар. Вот уже более 10 дней, как 7 дней мы получили концентратора, все еще проблема не решается с налогами и с таможенным оформлением. Вот это реальная проблема. Это один момент. Второй момент. В стране сейчас огромное количество волонтеров, активистов, компаний покупает концентратор на свои деньги и передают разным учреждениям. Но учета, акта приема нет. Просто здесь очень важно организовать грамотный прием, акт приема-передачи, чтобы они использовались и в какое-то время не оказались у кого-то дома. Лекарств в достаточной степени нет. Если они появляются, то цены очень высокие. Вот с концентраторами, с медицинскими препаратами, оборудованием, с лекарством, в чем проблема? Мы свои средства направляем, и мы точно не хотим, я считаю, и мы не должны платить налогов и пошлин. В этом плане и правительство в курсе, они поддерживают, и таможня говорит, что он поддерживает, но почему-то вот чего-то не хватает, какой-то, может быть, воли, либо какой-то корректировки постановления правительства, чтобы сказать, на время этой пандемии освободить. У людей появляется очень много депрессии, апатии, невроз, психоз, агрессия. Вот. И это очень много количества людей, потому что дома находится самоизоляция, и это очень трудно. Психологическая помощь, она важна. У нас нет такой большой института армии психологов. Вот есть у нас штаб. Я знаю, работать на государстве очень сложно. Вот, я знаю, люди там круглосуточно работают. Если частная компания, мы там хоть отдыхаем и спим, но госслужащие, им сложно, я это все понимаю, признаю. Круглосуточная работа очень сложна. Государственный штаб есть. Много есть частных штабов, но здесь не хватает координации. Я уверен, что нужно сейчас, чего не хватает, нам не хватает такого кризис-менеджера, который мог бы и республиканский штаб, и частные штабы как-то объединить и координировать. Найти кризис-менеджера, объединить все штабы, вы же говорите сейчас, что год цифровизации, развитие регионов. Вот все, платформа, сколько больниц на стране есть, кому сколько нужно, государственные клиники, частные клиники, у кого что уже есть, давайте эффективно контролировать, вести учет. И говорит, хорошо, спонсоры, там, не знаю, сейчас даже партии активизировались, бизнесмены, там, кто хочет поддерживать. Пожалуйста, вот, смотрите, им нужно. Это информация нет. Каждый говорит, я вот этому помогу, и этому помогу. И все, это неэффективно. Дары-дармектерди тарату баягы өтө кыйын экен. Бир унаадан оносу келип деле алып кетип эткен оратабыз деп, бир эле баягы направленияны көтөрүп келишип алып, же болбосо ошол эле дарыканаларга барсаң, баалары ар кандай да. Биз кечээ күнү мисалы ЦППМде 85 рубльга алып келсек, Москвадан. Бул жердеги аптекаларда 300 сомдон жогору болуп атат да. Балким ошол мамлекеттин мекемесине караган бир жерди бөлүп берсеңиз, же болбосо ошол мамлекетке караган дарыкана ачсак деп атам да, ушул пандемия учурунда иштей турган бир гана баада, өз баасында. Анткени аптека ээлери, ошол дарыкана ээлери, биз аренда төлөп атабыз деп атат, чыгымдарын айтып атышат каяктагы. Биз көрүп атабыз, андай деле чоң чыгым жок да бул жерде. Бул ковидти жеңген мамлекеттер бар. Италияны карасак да болот, Кореяны карасак болот. Ошол жактан тажрыйбалуу адистерди алып келип, биздин бул доктурларга бир кандайдыр бир тажрыйба алмашууну жүргүзсөк кандай болот деп атам да. Себеп дегенде, мына айыл, мен кечээ Суусамырга бардым, 5 айылда бир эле оорукана бар экен. Эң негизги доктуру ооруп жатат, калгандары эч нерсе билбейт. Эмне кылышты билбейт да. Көздөрү бизди карап эле, бул клександы кандай кылабыз, эмне кылып улан учурда саябыз дейт да. Ошондо аябай эмне кыларын билбей калат экенсиң да. Апрелде берилген убада, мисалы вируска байланыштуу ооруп калса 200 000 сом берилет деген убада берилген. Андан тышкары ушу вирустан кайтыш болгон медиктерге 1 миллион сом ушундай компенсация берилет. Жана ошондой эле кызыл зонада иштеп жаткан, обсервацияда иштеген биздин врачтарыбыз, биздин
Мындайча айтканда, каармандарыбыз, бүгүнкү күндүн каармандары эгерде учураса, ошондой бир кошумча бир пул берилет дегенде акчасычы. Бирок көпчүлүк учурда ушу берилбей жатыптыр да. Ошол маселени көтөрөйүн дегем да. Биз байкашыбызча ушу региондорго абдан чоң маани бериш керек экен да. Анткени ал жерде бул коргоонун каражаттары такыр эле жетишсиз экен да. Дагы айта кетчү нерсе, бүгүнкү күндө ошол нерселерди айтып чыккан врачтарга, ошол нерселерди көтөрүп чыккан активисттерге, волонтерлорго мындай куугунтук болуп жатат да, чынын айтсачы. Коомчулукта ушундай суроо жаралып жатат. Мисалы, карантинге кеткен убакытта тилекке каршы бир да оорукана курулган жок. Тилекке каршы мындай толук ушу биздин медиктерге, биздин медперсоналга коргоонун каражаттары берилген жок. Дары-дармектин запастары жок экен. Андан тышкары жанагы концентраторлор жок экен. Анан ушул азыр экинчи толкунга жакшылап бир даярданбайлыкпы? Баарыбыз биргеликтечи. Өкмөт көңүл бөлүп бизге ыктыярчыларды чогултуп, балким биз туура эмес дарылап аткандырбыз. Бир кичине инструктаж берип, бир жалпы бир мындай координацияга салбай койду да. Ушуну айтайын дедим, анан ыктыярчылардын дайын маселеси жанагы жүздөгөн айдоочулар адам өмүрү менен күрөшөбүз деп атып, мындай жол эрежелерин көп бузуп алышты да. Анан биз бир 200 жакын бизге ыктыярды күн түндөй жардам берген айдоочулардын номурлары, машиналары бар. Ошону жана коопсуз шаар долбоорунда камералардан ушул айдын периодунун ичиндеги айыппулдардын ичине кыскартып же алып коюу сунушун суранып атышат да. Анан дагы бир көйгөйдү айтып коеюн азыр. Жанагы обсервацияларда, стационарларда 14 күнгө деп келишим түзүлүп врачтар иштеп атат, медиктер иштеп атат. 14 күндөн кийин алар же үйлөрүнө изоляцияга кетип атат, же обсервацияга кетип атат. Бирок ошол 14 күнгө деп эсептелген акчасы айдын аягында тийип атат да. Эми 15 күн, 14 күн иштеп, күнү түнү ковид менен, ажал менен түздөн түз кармашкан врачтар 15 күн зарыгып ушу бир киши иштеген айлыгын күтүп атат да. 22 000-ден 32 000 чейин экен болгончу. Биздин тиги мамлекеттик мүлк фондунда толтура имараттар бар, иштелбей турган, аңгырап турган. Ошолорду бир карап чыксак, ошолорду ремонттоп кышка даярдасак, мисалы Ысык Көл мейманканасын алалы, канча жылдан бери каңгырап бош турат агай. Ошону бир карап берсеңиз, кышка баардык шарттары бар, коммуналдык баягы жылытуу системаларынын баары даяр. Бир сыйра ремонттоп ишке кирип, кышкыга жакшы жылуу обсервацияларды дайындап албасак, кышка чейин созулуп кетсе абал кыйын болот. Азыркыдай спорт залдарда, мектептерде, чайхана, кафелерде, стационарлардын баары жокко чыгып калат да ушундай суукта. У нас есть республиканский штаб по борьбе с COVID-19. Давайте от волонтерского движения включим несколько наших ребят в работу этого штаба. Пусть они стоят у истоков принятия решений. Мы тогда и претензий иметь не будем. Мы сможем тогда с самого верха координировать, что и как происходит. Сегодня мы говорим, что во всем мире гражданский сектор – это движущая сила. И в нашей стране это точно так же. Пандемия пандемией, но есть ряд болезней других, которые до этого были проблемными, но в связи с введением коронавируса остаются еще более проблемными. Ездим в регионы, слушаем людей. Знаете, что я хочу отметить? У них у всех есть надежда, Сооронбай Шарипович, есть надежда. Даже если они критикуют вас, они все равно чего-то от вас ждут до сих пор. Поэтому, наверное, одной из первых мне бы хотелось, чтобы вы выступили настоящим отцом нашей нации, чтобы вы вышли к людям. Мы написали, что мы идем к вам навстречу, а нас написали, что вот вы, оказывается, все это делаете для того, чтобы понравиться президенту. И мы работаем, и мы еще выслушиваем вот такие мнения. Ну окей, мы на них смотреть не будем, мы будем двигаться дальше. Создать необходимый резерв врачей. Резерва у нас нет. Мы не можем очень ускоренно, быстро обучить элементарно медсестер, чтобы делать процедуры. Вот над этим нужно работать, обучающий момент. Если далее вот у нас стационары будут работать же все это время, хорошо, мы как-то маломальски находим деньги, покупаем СИЗы, покупаем эти, окей, мы поняли, что эта нагрузка легла на нас, это мы сделаем. Но мы хотим, чтобы вы параллельно делали институциональные вещи, то, что останется на потом, строительство больниц, четко установленные режимы компенсации и так далее. То, что в вашем видении. Мы, к сожалению, там быть не можем. Это не в наших полномочиях. Хотелось бы отметить одно.
что Кыргызстан на данный момент является единственной страной в Центральной Азии, которая не имеет законодательного регулирования волонтерской деятельности. У нас очень много волонтеров, у нас очень много волонтерских организаций, особенно последние несколько лет это активно видно, и волонтеры развиваются в различных сферах. Но, к сожалению, статус волонтерства не признан на сегодняшний день, и вот как много вопросов поднимается по поводу координации. Если бы мы имели такие законодательные нормативные акты, которые регулировали бы эту деятельность, и это очень подкрепляет волонтеров и придает им особый статус и дает возможность участвовать в принятии каких-то решений и действительно вовлекаться, да, в координацию, так скажем, именно в таких ситуациях. На пандемию мы бурса победим, у нас такие активные граждане, я уверена, Сооронбай Шарипович, под вашим руководством мы это преодолеем. Бизде 7 облас бар, 7 областтагы айылдар бар, көчөлөр бар. Аларга азыр сиздин алтын сөзүңүз, ар бир сөзүңүз өтө маанилүү. Ошол себептерден мен сизден суранат элем. Бир гана биздин кейибизди угуп койбостон, мына ушул ааламга кетип жаткан жолду айыл жергесин унутпасак депчи. Сизге сунуштайт элем, азыркы учурда ушундай эле жолугушууну, ушундай эле форматтагы жолугушууну онлайн биздин артыбызда турган, бизге жардамдашып турган айылдагы региондогу областтагы бардык ыктыярчылар менен, сиз сөзүңүз менен болсо дагы угуп койсоңуз, алардын азыркы учурда баягы кичине болсо дагы курсагы ток болуп калат беле деген ойдомун да. Тойканалардын бардыгы обсервация, стационарга айланып атат, күндүзгү, түнкү. Бирок ошол эле учурда ал жерге биздин врачтар, дарыгерлер жетишсиз. Обсервация ачам, мен кафени, ресторанды элге берем, эл кызмат кылсын дейт, бирок биздин медиктер жетишпейт. Анан медиктер иштеш үчүн эмне кылат? Мунун акча маянасы бардыгы ошол нерсе чечип берет. Мен акча маянасын биздин медиктердин көтөрүп берүүңүздү суранат элем, азыркы учурда иштеп жаткан. Хотелось отметить, что во время карантина, в принципе, несмотря на сложную ситуацию, у людей был какой-то настрой позитивный. Люди оставались дома, с семьей, это на самом деле их как-то даже взбодряло. А сейчас вроде бы открылись все возможности работать, а у людей моральный дух падает, и действительно нервозность, она растет. Я несколько дней была дома на самоизоляции и выехала, и мне казалось, что вирус везде, вот он нападает на меня, потому что вся информация, которую я получала дома, она была негативного только характера. И вот здесь я прошу, может быть, как-то повысить какую-то позитивную информацию. А иначе просто можно сойти с ума даже дома, вот получая ту просто негативную информацию. Я привез 550 респираторов в первую горбольницу на Фучика. Самая такая больница у нас в республике. Отдал главврачу Бошкоев Джусуп Бейши Кадырович. Официально вручил ему на видеообращении, которое опубликовало News KG, Блокнот, Кыргыз Гугл, то есть миллионы людей увидели. Я сказал, я напомнил вашу цитату, ваши слова. Президент Сооронбай Шарипович сказал, тот, кто ворует у народа, это враг народа сейчас. Давайте не будем врагами народа. Я говорил это в камеру, но я обращался к нему, потому что я понимал то, что я этого человека не знаю. И аманат, который мне люди скинули, я просто передаю на его ответственность. В течение 5 дней ко мне тысячи сообщений в день приходят. Не дают эти респираторы, не раздают. Я выезжаю в эту больницу, Сооронбай Шарипович. Снимаю на видео. Ни один врач глаза не видел. Никому не раздавали. Даже сказали, администрация только носит. Он сразу одел на себя, вот главврач сразу одел. Он не раз в красную зону не заходил. Он мне сказал, и мы их не продаем, приедь посмотри, они лежат на складе в аптеке. Я говорю, они не должны лежать на складе в аптеке, они должны были в этот же день раздаваться для красной зоны. Это дело имеет резонансный характер, Сооронбай Шарипович. Если сейчас публично он понесет ответственность, то это будет в назидание остальным. Врачам нужна поддержка не только на работе, но и дома. Сейчас очень много наших врачей или сами заболели, или находятся сутками на работе и не могут заниматься бытовыми вопросами дома. Хотим запустить проект, в котором каждый врач, у которого дома остались маленькие дети или пожилые родители, смогли получить помощь от народа в виде покупки продуктов, приготовления еды, помощи по хозяйству. У медиков нету вот этой вот маски, вот этих вот перчаток. И вот обычной воды. Этого нет. Нам звонят, говорят, что у нас нет воды, принесите нам, пожалуйста, воду, мы хотим пить. Принесите нам салфетки, чтобы мы стирали пот с лица. Это просто стало чем-то нормальным. Мы ни на кого уже не обижаемся, мы на это даже не обращаем, никого не критикуем. Если аким района городского
не исполняет свои обязанности, как он их должен исполнять, люди никогда не скажут, что это Аким виноват в чем-то, потому что они не имеют представления, как государственная машина работает. Они скажут, что президент не доглядел. Когда открылись стационары в городе, у них не было элементарно измерителя кислорода в крови, это вот маленькая такая штучка, пульс-оксиметр называется. Без нее ни один врач не может никакие назначения делать ни одному пациенту. И я бы хотел сказать, что сейчас вся вот именно работа государственных органов смахивает на то, что это какая-то операция по дискредитации президента. Потому что все органы работают так, чтобы полностью вас дискредитировать. Наверное, в новом году нужно расширить эпидемиологические и инфекционные факультеты для медвузов. Я думаю, вот это сейчас очень актуально, потому что мы столкнулись с нехваткой специалистов и экспертов. Сені қылып атқан іштеріңгер мәмлекеттің бейт ештеп атқан органдарға да, ошы ештеп атқан қызматкерлерге да, ошы өзінің ішіне жоуып кешікті мәмлек қылғанға, ұна түрткі болып атады. Ұлдағы чоң нәрсе, ұл жағанандағы. Анан хилдеттен құтылғандан кейін бұйырса, келечекте өлкі өліктірі үшіндағы, ұна бірге үшіндай әрекеттерді қылып, іштесек, сөз игілік болады. Ошондықтан мына кейін жақсылар айтылды, республика бойынша мына ықтиярчылардың қимылы аз іштей бастады, көбейе бастады. Ошолордун башын біріктіріп, аларды чогултуп, Кудай буйруса, ушу пандемияны жеңгенден кийин мүмкүнчүлүк болгондо бир республикалык форум өткөзүп, чогултсак деген мен мында ойго келдим. Ыктыярчылардын армиясы азыр чоң. Мына сиздер сыяктуу региондордагы абдан көп иштеп атат. Анын баардыгын тең бүгүн чыгарганга мүмкүнчүлүк болбоду. Бирок мен колдойм, өзүмдүн оюмда бар. Алар менен дагы бир онлайн түрүндө өз жолугушуп өткөрсөк деген. Келечекте буйрусаны дагы кылабыз деп мен чогулуп. Биздин мамлекеттин жетишкендиги биз ачык коом, жарандуу коом өнүккөн парламенттик мамлекетпиз. Биздин жетишкендибиз ар бир ар кимибиз өзүбүз оюбузду айтканга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз азыр ушул иштеп аткан ишибизди алдыга жылдыр үчүн бир ыргакта чогуу иштеш үчүн мына билесиздер, өкмөттүн алдыгында ыктыярдуу жардам боюнча календарь кеңешме түзүлгөн. Мында кандай маселе болсо, кандай ойлор болсо, кандай максаттар болсо, кандай кемчилдик болсо, жанакындай чечилип аткан мына маселе жанагы Фушиктеги больница мисалы айтылды. Больница боюнча кээ бир жерде мына айтып атасыңар, отургуч жок деп айтып атасыңар. Эми элементар нерсени кылып койгондо мына азамат улай айтып атпайбызбы? Мен алып барып бердим. Отура турган столду алып барып. Эми ал ошол жердеги бийликтин иши да, акимдин иши, ошол жердеги иштеп аткан адамдардын иши да. Ошондой маселелер болсо, ошону координация кылып турсаңар, мен дагы жардам менен чогуу иштейли, чогуу оңдойлу.